Здравствуйте. Очень часто, загружая какую-то программу, мы невнимательны, и потом оказывается, что браузер наш поменялся, домашняя страница поменялась, появилась дополнительная поисковая система, которую мы вовсе не хотели. Происходит это из-за нашей торопливости, невнимательности, незнания. И на примере Adobe Flash Player я сейчас покажу вам, что происходит. Например, нам нужно загрузить Adobe Flash Player в нашу Mozilla Firefox. И вот здесь всегда стоит галочка. Это выборочные предложения. В данном случае безопасное сканирование от McAfee. Кому она нужна, галочку может и оставить. Но обычно эту галочку снимаем и ставим, и кликаем Install Now. Это выборочные предложения. В данном случае оно только одно, а их бывает 3 и 4. И от этого все наши несчастья. Ну вот, есть замечательный сервис онлайн. Называется он Ninite.com. Здесь написано, что нет дополнительных никаких инструментов, не надо кликать «Далее», просто отметьте то, что вам нужно, и кликните на большую зеленую кнопку «Get Installer». Программ здесь не очень много, но все-таки они есть, и выбор достаточно велик. Например, здесь есть три браузера. Вот Chrome, Opera, Firefox. Если не знаете, что это такое, просто подводите курсор, и появляется подсказка, что это такое. Вот всевозможные приложения. Здесь почтовые клиенты. Вот Thunderbird, например. Самый замечательный, на мой взгляд, почтовый клиент. Даже если у вас 12 адресов, все они могут быть собраны вот в Thunderbird. Здесь всевозможные видеоплееры, вот, например, VLC, KMP и так далее. Здесь замечательные архиваторы, вот 7-Zip, вот этот я не знаю посередине, и WinRAR. Я пользуюсь 7-Zip, мне он нравится больше, чем WinRAR. Здесь всевозможные редакторы, фоторедакторы. Вот OpenOffice для документов. Он бесплатный, во-первых. Во-вторых, он намного легче, проще, чем Microsoft Office. Здесь всевозможные антивирусы. Здесь BitTorrent, вот это тоже что-то из торрентов, File Sharing Client. Здесь дополнительные другие, вот онлайн-хранилища, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Здесь нет Яндекс.Диска, но все его знают. И вот всевозможные инструменты. Сегодня мне нужен Notepad++. Я кликаю на него. Здесь написано, что я могу кликнуть все, что мне нужно. 5-10 программ. И потом кликнуть на большую кнопку Get Installer, и все это будет загружаться. Но я делаю только по одному. По одной программе. Сегодня мне нужен Notepad++ Get Installer. Ждем, ничего не делаем. Вот появляется окошечко дополнительное. Сохранить файл. Сохраняем в загрузке. Загружается очень быстро. И вот он, Ninite Notepad Installer. Кликаем дважды. И кликаем «Запустить».
идет подготовка. Соглашаемся, да. Вот загружается Notepad++. Загрузка и установка, повторюсь, происходит быстро. Теперь происходит установка. Все, finished, закончено. Можно окошечко закрыть. Это окошечко тоже закрыть. Идем все программы. И вот Notepad++. Двойным кликом открываем. И вот он появился. Notepad++. Программа готова и загружена. На этом все. Спасибо. Пока-пока. С вами была Лилия Бартоле.